Здравствуйте, дамы и господа! Сегодня мы предлагаем вам сыграть с нами в интерактивную игру. У вас в руках карточки, которые вы будете использовать в процессе игры. Каждый раз, когда мы будем задавать вам вопросы, в течение 10 секунд вы должны будете принять решение и поднять только одну карточку. Это определит ход повествования. Выбирайте обдуманно, ведь каждое решение приближает вас к разгадке. Если вы готовы, поднимите цифру 1. Игра начинается. 18 января 2020 года Оля пригласила друзей и близких в свой шикарный загородный дом для того, чтобы отпраздновать ее день рождения. Это ее муж, Макс. Он был первым, кто поздравил Олю в этот день. Наконец-то все собрались. Катя, сестра Оли. Аня, коллега Оли. Игорь, лучший друг Макса. Саша, девушка Игоря. Катя вспомнила, что уже видела эту открытку. Она была в подарке Ане. Это не мое. Ее кто-то подкинул. Я никого не убивала. Если вы верите Ане, поднимите цифру 1. Если вы думаете, что она врет, поднимите цифру 2. Могло произойти при выключении.
выключенном свете только в тот момент, когда выносили торт. Think I'm worried about a woman. Whoa, I got a big crib. How many rooms it? Ayy, I forgot. I ain't seen the other side since I bought that motherfucker. Wait, it's a shame. A lame's all you ever be, main. A lame's all you ever be, pain. Came up with peanut butter jelly. Now you're telling me all I get is jealousy. Hey, happy birthday. You look surprised. I'm a gift right before your eyes. I do this all the time. Why you look surprised? Look thirsty, my wrist look like Sprite. Woo! Happy birthday, today my day. I make a wish, I blow the cake. Ooh, you think I'm scared of this? Hey, I think you're scared to get rich. Если Макс выносил торт, значит открытку могла положить Саша или Игорь. А почему не ты? Если вы подозреваете Игоря и Сашу, поднимите цифру 1. Если вы подозреваете Катю, сестру Оли, поднимите цифру 2. Коллега лишь распускает сплетни, поднимите цифру 1. Если, по-вашему, версия Ани имеет право на существование, и между супругами могли быть разногласия, поднимите цифру 2. Карточку с именем того человека, которого вы считаете убийцей.
Дамы и господа, пришло время узнать, как же все было на самом деле.